А от областного отделения партии ЛДПР выступит Никита Усачев. Никита Сергеевич, 2,5 минуты на выступление. Доброе утро, дорогие рязанцы. Я являюсь депутатом Рязанской городской думы от партии ЛДПР. И хотел бы начать свое выступление с актуальной проблемы. Это в Рязанскую городскую администрацию поступило предложение о заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения. А теперь простыми словами. Наш водоканал хотят передать в частные руки. Что это значит? Это значит, тарифы на воду будет контролировать частник, то есть бизнесмен. И власти опять будут разводить руками, говоря о том, что не могут повлиять на тарифы. Этого делать нельзя. Ни в коем случае. Это предательство наших граждан, наших рязанцев. Обеспеченная постоянным спросом вода и канализация нужны всегда, вне зависимости от кризисов. Предприятие должно быть муниципальным, общегородским и напрямую контролироваться гражданами, без частных владельцев. Рязанское региональное отделение ЛДПР заявляет, вести речь о передаче в частные руки системы водоснабжения и водоотведения недопустимо ни при каких условиях. ЛДПР – это та партия, которая будет отстаивать ваши интересы. Все в семью, все в дом, все в Рязанскую область. На благо интересов жителей Рязани. Друзья, наш список в Рязанскую областную думу возглавляют депутаты Государственной думы. Это Владимир Жириновский, это Александр Шерин. Наш штаб находится по адресу улица Вокзальная, дом 11. Номер телефона 37-306. Друзья, поддержите нас. Приходите на избирательные участки 13 сентября и проголосуйте сердцем. Проголосуйте за кандидатов от ЛДПР. За проверенный выбор. Ведь ЛДПР – это голос против ЕР. И мы не новые испеченные политические партии-бомжи. У нас есть штаб. Вы всегда можете обратиться. Каждый четверг с 3 до 6 проводят депутаты прием.